Добрый день, мартовский всем. Вот опять делаем съемки. Это мы находимся на этом Типанту, как это называется. Вот уже машина здесь. Типанту — это как бы поселок лесной. И так получилось, что нам очень удобно из Камет-Норты сейчас зайти в этот проход боковой. И сразу выходим, ну не сразу, вот пешочком по улицам этого поселка Типанту на пляже. Видите, тут вот это все лот, это все в продаже. Вот это участок. Для тех, кто не в курсе. И вот мы сейчас идем и видим, что довольно-таки много людей. Сегодня воскресенье. Ну, много — это так, ну, в соответствии с сезоном, скажем так. Некоторые уже уезжают. И вот это место, вот там вы видите море, там пляжи, но вот этот участок перед пляжами, ну мы так слышали, что якобы здесь собираются сооружать, ну здесь вырыт котлован, соединят с морем и сделают стоянку для катеров, для лодок. Вот. Не знаю, каким водоизмещением, какой глубины. Вот. Ну, якобы вот здесь, видите, здесь место огорожено вот такими земляными валами. И с той стороны тоже, видите, со всех сторон земляные валы. И вот это, так сказать, довольно-таки обширное пространство и вполне соответствует вот этим планам, то, что мы слышали, да? Люди приехали с семьей. Поднялся ветерок. Сегодня у нас обещано 25 градусов. Это у нас еще не весна. Весна здесь как бы календарная. Принято, что начинается 21 числа. Вот. Вот такое место. Ой, то есть, да, весна — это, ну, то есть у нас осень, да. Правильно меня поправил Алла. Да. И тут посмотрим, что сейчас тут. Многие предпочитают эти пляжи, потому что здесь не уходит песок. И рыбка ловится. И благодаря вот этому эспигону, это вот этот выступ в море из камней, здесь называют эспигон. Да, подписывайтесь, ставьте лайки. Пойдем зайдем с той стороны, попробуем. Надо стоять возле эспигона. Здесь-то вряд ли мы, наверное, спустимся. Все идут туда, с той стороны спускаться. Ну, вот это вот такие пляжи. Вон там рыбалка на эспигоне. Вот, и здесь. Вот, кто не знает, вот это вот уже у нас на горизонте Мар-дель-Плата. Так что вот это вот, значит, за пляжем здесь земляной вал. Вот там у нас вход.
и опять земляной вал. Так что смотрите, все любители яхтного плавания, лодочного плавания. Вот. Можете интересоваться лотами. Называется tipantu.com, по-моему, вроде так, .ar, это Аргентина. Ну, забить в гугле Типанту, Аргентина. Вот. И там, в общем-то, выйдет информация, выйдет ссылка на сайт официальный, кто продает эти лоты. Ну, а так, хороший здесь пляж. Ну, еще почистят от камней, там насыпаны камни. Ну, это, видимо, насыпали для того, чтобы защитить. Но море все равно съело этот участок, и камни остались, их уберут. Ладно, на этом все. Всем удачи в жизни, мира, спокойствия, добра. Небольшое дополнение. В заключение решили посмотреть, как рыбалка на этом эспигоне. Вот. И вот с этой стороны эспигона тоже, видите, хорошие, шикарные пляжи. Вот. Сейчас спросим, как рыбалка сегодня. Hola, señores. ¿Cómo le va? ¿Cómo la pesca? ¿Cómo va? ¿Está bien? Bueno, gracias. Наверное, все заканчиваем.